Сегодня 18 октября 2022 год. Вот тормошим голубей. Денька в них заканчивается. Вот как-то так пробуем приподнимать. Погода сегодня отличная. Есть кто-то уже радует, летит неплохо. Есть кто-то ленивый пока, ну, говорит, ленивый или что-то другое пока нельзя, так как птица еще полностью не долиняла. Вот. Ну, кто-то уже летит нормальненько. Вот голубеночек из-под радужных. Беленький. А, это красный. Беленький у нас, вот он садится. Беленький садится. Вот она, голубочка молоденькая, интересная. Опа, кверху пошла. Все, ветерок успокоился, нет ветра. Вот и погодные условия. Ветер есть, и его уже и нету. Вот опять ветерок, голуби отлично. Отлично, на ветерке себя чувствует. Вот он, ветер, отлично. Красный. Ветер, видите, сильный очень даже для его. Беленькие. Тоже сложился на ветер. Муренький. Где он? Оп, вот он, муренький. Еще голубь муры, вот он молодой. Хвост еще не долинял. Голубочка старая. Беленький. Нет, это муры, а не белый. Там кто у нас? Сизый или серый? Серый. Где он? Вот он, серенький. Вот как-то так. Пробуем, тренируем.